Всем здорова, с вами, как всегда, ваш дорогой братишка, и мы с тобой продолжаем смотреть различные ролики по Скибиди туалетам. На этот раз, ребята, фанмейт, новенькая серия вышла по Скибиди Варс, где у нас есть три титан, где есть раса компьютермены. В общем, приятного просмотра, обязательно лайкосик, также залетай в Телеграм, это очень-очень важно, уведомление плюс расписание. Итак, это у нас 97-я серия и третья часть. Да, вот так вот, ребята. Там, на самом деле, с 50-й все начиналось, ребят. Until we're able to get the Tri-Titan out of its hiding spot. And how will you do that exactly? И тут у нас Титан появился, посмотри. Как много диалогов. Что это такое? Ля, квасочек, что ли, ребята? Вот за квас-то, ребят, блин. Респект. Ну, я так понимаю, это к три титану все вот сейчас будет. Ребят. Мылиться они будут. The longer it takes for us to find it, the stronger it gets. It obviously regained some of its powers already. Let's get going then. Это довольный такой вообще толстячок. Какой-то кристалл, смотри, с силой. She found it. All right, we gotta get there as quick as possible. Скачивание джетпака. Прикольно, они просто скачали. Раз-раз и все. Интересно. Блин, надо было субтитры сразу поставить. Мы сейчас еще посмотрим еще раз, ребята. И все диалоги поглядим. Опа. Император! Что, блин, происходит? Ничего себе! Он типа показал какой-то... Действительно, что случилось-то? Опа! Finally, the Tri-Titan. You ready to wake up the sleeping beauty, big guy? Короче, он спит, ребят. Это три титана. Это очень мощный. Очень мощный он. Так, скачивание щита. А, ну, хороший будильник, кстати, ребят. Да. Ой-ой-ой. Капец, он просто здоровый. Блин, в этой серии не покажут. В этой серии не покажут, к сожалению. То есть ты понимаешь, вот следующая серия... Прям капец будет имбовый. Блин, я почему-то думал, что в этой покажут нам битву вот эту всю. А, к сожалению, ребят, получилось. Ладно, давайте субтитры подрубим. Сейчас давайте еще раз. Поглядим, посмотрим, что у нас тут. Этот субтитры, смотри. А, вот. Ну, хоть хотя бы Шоня. И как именно ты это сделаешь? Рад, что ты спросил. Я буду использовать вот эту вот бомбочку. Хорошо, мы будем ждать вас здесь. Давайте вернем три титана, короче, обратно. Ну, я просто, если что, я французский, ребят, изучал, поэтому так. Ну, блин. Слушай, это, конечно, очень крутая серия, но я понимаю то, что дальше будет очень круто. It obviously regained some of its powers already. Let's get going then. Вот он почему-то, я не знаю, субтитры вот тут вот
Не могут, блин, нормально. А вот что вот это вот было? Вот что это такое? Как ты думаешь? Как ты думаешь? Напиши, пожалуйста, братишка. То есть смотри. All right, we gotta get there as quick as possible. То есть там какой-то... Но он маленький император, да. Это небольшой. То есть видишь, они все мелкие. И вот тут вот смотри, какой чел. Кто он такой, блин? Одевает раз. Он типа маску одел, как у этого. Так, ты видишь, не сработало. Уже здесь. Вот кто он такой, вообще непонятно. Но маска как у императора. Ну вообще это из Half-Life, конечно, маска. Но мы понимаем. Вот смотри, что вообще происходит. Спикеры. Он типа будущее или прошлое показывает? Ой-ой-ой, что тут у нас? Камера. Ага, два камерамена больших. Странно, как будто знаешь, как будто ее пытают или что-то. Я не знаю, возможно, либо предадут. Напиши, в общем, свою теорию. Интересно почитать. Да, что же случилось-то, блин? Толстячок вообще прикольный, мне очень нравится. Finally, the dry titan. You ready to wake up the sleeping beauty, big guy? Ты готов проснуться, большой паренек? Да. Ну я так понимаю, он набирается сил вот с помощью вот этих кристаллов. Если что, друзья, напоминаю, что он, ну, короче, слетел с катушек, скажем так. И он против всех, по идее. И против скибидистов, и против титанов. Но, блин, ты понимаешь, какая имба, а не серия вот следующая будет? Ё-моё. Еще плюс автор фанмейда вообще молодец. Так-то он диалоги, смотри, какие делает. Ну, дай бог, Неми, потом будет, если что, делайте перевод. Он, по-моему, сейчас не особо. Он пытается, там просто много серий, ему, по-моему, лень там. Ну вот это прям, смотри, какой самурай, блин, с мечами, смотри, какими крутыми, а. Ё-моё, Титан, Компьютермен очень-очень круто выглядит, боже мой. Блин. Ну ладно, друзья, если вы, в принципе, переводик там знаете, если что, тоже можете сказать свою точку в комментариях написать. Интересно вас будет послушать. Ну, имбовая серия, конечно. Фанмейды вот прям заходят очень-очень далеко. Прям очень круто все это становится. И сюжет, и графон. Ты погляди на это. Ладно, бро, на этом все. Спасибо тебе за просмотр. Обязательно ставь лайкосик, залетай в Телеграм. Это очень-очень важно. Уведомление плюс расписание. На этом все. Бай-бай, дорогой братишка.